жертвами, да, потому что это очень дешево для Мерседеса. Точно так же и с обучением Сюзай. Про деньги и женскую энергию. Я уже не помню ни про деньги, ни про женскую энергию, но нет, про деньги я помню, потому что меня сейчас вот этот эффект гнездования, говорят, он есть у... Вы это слышите? Ну что, моя жруха? Я сейчас встану и съем тебя такой вкусный. Вы поняли, да, как она хочет кушать? По поводу обучения. Я не обучаю, обучает школа Сюцай. Я могу являться вашим куратором, и я являюсь учителем в школе Сюцай. То есть часть обучения я веду. Что касается ко мне, это марафон онлайн, марафон мой авторский, который на основе Сюцай я создала, чтобы женщины просветлялись, наполнялись и делали свою жизнь топчик. Есть у нас колики. Потихоньку, мне кажется, начинаются. Вот я Baby Calm сегодня купила воду, укропную водичку. Никаких супер проблем нет, она не плачет, ничего. Ну, как бы, зачем мучиться, если можно не мучиться? Это вообще мой девиз. Как мне нравятся ваши волосы, особенно им X. Не надо печалиться. Зачем менять дату рождения? Дату рождения менять незачем тем, кто записан во всех документах в тот же день, когда родился по факту. Когда вы, как я, родились в один день, а записаны в другой, то от вас идет двойственная энергия, и ничего хорошего в этом нет. Поэтому Милана, к сожалению, не 32 года до этого, а почему-то сейчас, когда все документы стали упираться друг в друга, ЗАГС с мужем, квартира, то, сё, путешествие, ребенок, все в один момент, и я меняю, да, через суд дату рождения. Была у вас на мастер-классе? Прекрасно, я скоро проведу еще мастер-класс, как только соберу золотой фонд грудного молока в морозильнике для няни. Я проведу мастер-класс. Слушайте, мне только что идея пришла. Угу. Я хочу провести мастер-класс 3 апреля. Сейчас, подождите, я посмотрю в дату. Я же не дышу просто без даты рождения, правильно? Ой, даты по календарю Сюцай. Где у нас апрель? Да! 3 апреля. Катя, Катюшенька, ты тут? Точно. Начинаю собирать молоко. Да, 3 апреля, суббота. Почему бы не провести мне живой мастер-класс? Еху! Точно, хочу. Хорошая идея, да. Главное успеть. Селен. Ребенок хочет кушать. Была у вас на так. Что такое, по вашему мнению, женственность? Что такое энергетический развод? Что такое? У меня на курсе. Я рекомендую женщину, которая вам проведет энергетический развод. Она работает с подсознанием, она заканчивала институт подсознания. Профессионал, она мне убирала даже страхи по родам. Раиса, волшебная женщина, очень рекомендую. И вообще на своем марафоне я даю не только знания, не только практики, я даю и учителей, которые, ну, рекомендую, да, которые помогли мне на своем пути пройти определенные этапы и почистить вопросы, которые надо было почистить. И Раисочка в том числе. Посоветуйте, пожалуйста, как назвать мальчика. Ну, естественно, как нравится вам. Как еще? А вообще, мне имя ребенка пришло вот так. Никогда в жизни не думала об имени Селена. И более того, даже никого с таким именем не знала, кроме Селены Гомес. Но она для меня всю жизнь была просто Селена Гомес. В одно слово. Без всякой Селены.
Вот, поэтому также с именем ребенка. Главное, не советуйтесь со всем светом, иначе вы сойдете с ума. Будут ли в марте сильные дни желаний? Конечно, будут. Через недельку очень мощный день. Поэтому торопитесь, марафон изучите, блог «Мечты сбываются», подготовьтесь. Подскажите, так, даты оставляем. Энергетический развод происходит путем вашей работы с вашим подсознанием, путем очистки вашего биополя, путем молитвы, да, неважно, какой вы религии. Да, сейчас я приду. Это работа с проводником, с Раисой, где-то часа на два. Марика ненавидит слово «развод». Очищение пространства. Сколько языков я знаю? Русский, кое-как английский, еле-еле абхазский и немножко грузинский понимаю. Кому вы меняете дату рождения? Мне самой. Какая тема эфира? Просто потрещать. У вас не бывает скидок на курс? Нет, конечно. Я такое не практикую, вообще не понимаю, что такое скидка на курс, зачем она нужна, если курс имеет ценность. За каждую ценность надо отдавать цену. Милана, доброй ночи. У нас уже ночь, да, возможно. Откуда у вас столько сил? Не знаю, сама не знаю. Просто фонтан, когда ты в энергетическом... Это поток, потоковое состояние. Когда у тебя потоковое состояние энергии, то у тебя, во-первых... Одну секунду. Вот, моя дорогая. Так, у нас с тобой не пойдет разговор, ибо мы с тобой договорились. Моя мамочка выпьет чай, который она пьет ради тебя. Все, пью. Так вот, когда в потоковом состоянии, у вас творчество, созидание, а созидание приносит блага всех видов. Я заказала у вас календарь. Ее общих дней, да? Угу. Нет, вам не надо подбирать, исходя из даты рождения вашей мужа. Единственное, чтобы не было личный год 8 ни у вас, ни у него. А так все даты уже отмечены в календаре. Что? Эти звуки. Проблемы с родителями, как решить, договориться, полное непонимание. В первую очередь, меняйте себя, свою внутреннюю энергетику, да, раздраженную, невосприимчивую, напряженную, грубую, какая бы она у вас там ни была, надо заниматься внутри своей энергетикой. Тогда с вами будет совершенно иначе общаться другим людям. Вся проблема в том, что я верю, что могу быть с ним и увести его, но вот уже прошло полгода, мы расходимся скоро, ничего не меняется. Знаете, это очень большая тема по поводу кого, откуда уводить, зачем вам это надо. Вы хотите мужчину, который бросает семью и будет, ну, завтра он бросит вас. Или вы его увели и потом привели, он что, теленок? Вопрос, чего вы в этой жизни хотите для себя? Когда запустить карту желаний, я ее подготовила только после того, как вы грамотно прокачаете свой список желаний. Больше не до этого вообще к карте не прикасайтесь. Слышала ваш эфир с Сергеем, есть энергия секса давит, а семерка одного ждет, то есть в марафоне. То есть в марафоне. Не совсем поняла ваш вопрос. Меняйте. Без косметики. Да, я часто без косметики. Спасибо создателям фильтра. Ну, вы понимаете. Милан.
Ну, конечно, все меняет. Год рождения меняет вашу миссию. Вы себя чувствуете больше 2 или 1? Я 100% чувствую себя 2. Но люди со стороны, может быть, чувствуют меня 1. Я купаю каждый день практически. Купаю перед сном, но, если честно, во сколько у нас руки дают? Иногда в 1:00, иногда в 11:00. Наш папа поздно приходит. Вместо сентября написали май месяц. Потрясающе. Так. 29-я правильная дата, только в паспорте. В паспорте записано 28. Пока. Марика, если раз это как правильно? Энергетическое высвобождение, очищение поля. Я думаю, вот так. Панические атаки – это полностью вообще непроработка ваших, как вам сказать, это сбор страхов и негативных эмоций. Вот откуда идут панические атаки. Естественно, при работе со своим сознанием, со своим эмоциональным состоянием, своим балансом внутри, панические атаки вас оставят. Как найти Раису? Поставлю в сторис ее контакты. Так. Очищение. Мне говорит, больше нравится, чем развод. Логично. Зато все понимают просто слово развод. Скажите, есть порча с глаз? Ну, наверняка есть. Второй вопрос, что если вы работаете со своим биополем, то вы защищены. Милана, что скажет? Так, подождите. Сейчас. Да, калмыцкий чай у меня получается, судя по тому, что это крепкий черный чай с молоком. Какие числа лучше выходить замуж? Календарь, сюцай. Берете и заранее знаете, когда выходить замуж, когда брать кредит, когда заключать договор, когда делать все. Вот все, где вы подписываетесь под своим именем, фамилией и дата. Календарь так себе, не особо, ну, скажем так, невзрачный, но огромную ценность имеет. Я без этого календаря не делаю ничего. И, к примеру, я приехала в МФЦ делать документы ребенку позавчера, и это был не тот день, я так тупанула, я просто неправильно посчитала, я не знаю, что со мной было. Я приехала, села и такая: ой, это же неподходящий день, а вы типа свидетельство выдаете день-день? Он говорит: да. Я развернулась, взяла ребенка и уехала. Поэтому я не игнорирую этот момент вообще. Да покорми же ты ребенка. Да покормлю. Кто по национальности? Я абхазка. На абхазском скажите пару слов, пожалуйста. Сара Варабзеб избойт. Я тебя люблю. Просто прелесть, совершенно не нервничайте спокойно. Я была совершенно спокойна, пока малая не стала хиппи-шабат. Я люблю этот чай. Очень часто плачу по любому поводу, щепетильно чувствую слабость себя. Откуда это? Эмоциональная неустойчивость. Да, спасибо. Я бы на месте ребенка уже заговорила. Боже, сколько вопросов! Их миллиард внизу. Так, Абзерос, правильно. Я тоже помчалась, чай в это время подходит к концу. Ваше здоровье. А еще у меня слетела пломба на нижнем зубе, потрясающе. Да, мам, мамочка идет. Cheers. Yeah.
или выучили. А, девочки, честно, я даже не расчесывала сегодня, наверное, оттуда мой объем. Сейчас свет включу. Две дороги, два. Вы посмотрите, какие у меня картины по дому. Enjoy every moment. Вот моя укладка. Любуйтесь. 5 дней не расчесывайте волосы, и у вас такой объем. Такие кудри неслыханные просто. Неслыханные. По картинам с пионами я не консультирую всех подряд. Есть девочки, которые знают правила, студия, я их озвучиваю, иду. Вот кто у них заказывает, я точно знаю, что там все чики-пуки, вы присылаете мне в директ фото, и я вам говорю, куда вешать. Всех остальных, извините, дорогие, но вы должны понимать, что я не могу, мой директ, он и так сошел с ума, и уже... все сообщения старше недели просто тупо удаляют. Поэтому, простите, но я правда не могу всех консультировать. Это просто от слова невозможно. Все, я помчалась. Вот к этой девочке. Все, всем пока. А, кстати, вы хотите прямой эфир на тему Сюцай? Я думаю, позвать моего учителя. Основоположника Сюцай, Жаната Кожамжарова, и провести с ним эфир. Как вам эта идея? Поставьте плюсики, кто за, поставьте минусы, кто против. А, картину можно заказать, можно нарисовать онлайн, как у них в студии, так и даже по скайпу, или как они говорят, что они даже без руки учат рисовать. Поэтому можете сами нарисовать, можете у них заказать. Они доставят любую точку мира. Я в сторис вам обещаю поставить инфу о календаре. Обязательно. Очень рекомендую. Очень. От слова очень. Раису, нашу дорогую. И по картинам обращайтесь. Плюсики, плюсики, плюсики. Все, и напишу Жанату, что вы его ждете.